Черт, чуть коньки не отбросила. Заткнись, тупой олень! Не заткнешься? Не входите, ремонт. Я же сказал, хватит. Твои шуточки мне надоели. У меня нет времени играть с тобой. То есть, будь у тебя время, ты поиграл бы? Не спеши с выводами. Жену где-то в доме прячешь? Нет, это хозяйка, ей за 60. Заметно. Она опытный повар. Ешь давай. Понял, только не улыбайся так. Почему? Похож на Джокера? Нет. На Чаки. Как зомби. Ночью что-то произошло? Есть консилер? Что это? Акушон? Кушетки в комнате. Ты не понял. Забей. Он не из таких. Обычно спокойный, не верится, что ударил кого-то. Это как газы. 99 раз держишься, а как выпустишь, всем конец. Ну и манеры. Мы же едим. Ты об этом всю жизнь мечтал? Обвяжем веревку лодыжку и стеганем или что? А ты хочешь? Пойдем. Какой ты у нас накачанный. Накрывайте на стол. Да. Там полно бабочек, а на фреске ни одной. Значит, она не полная. Ты не закончил. Я ненавижу бабочек. И рисовать их не хочу. Тогда забудь об этом, но оплату не получишь. Мне не нужна незаконченная фреска. Но... деньги... но... Почему он злится? Вот почему? Это был риторический вопрос или меня спрашиваете? Просто интересно. А то что-то не догоняю. Заказали 10 коробок пиццы в такой час, только чтобы я приехал и разъяснил, почему он злится? Явно не потому, что хотела съесть 10 коробок пиццы посреди ночи. Почему? Вам так идет костюм, просто потрясно. Долбаная олень. Заткнись, животное!